Всем привет! Мы с детворой едем на семейную фотосессию, новогоднюю семейную фотосессию к нашему любимому фотографу, это Настя. Но кто меня давно смотрит, тот знает, кто не смотрит, кто не знает, то я вам повставляю некоторые фотографии. Она фотографировала меня еще беременную, потом выписку из роддома, потом, когда Демке было 17 дней. И, в общем, у нее шикарные фотографии. Вот она специализируется именно на семейном фотосете. Делает она это потрясающе. Вот, поэтому, как говорится, готовьте сани с осени. Мы едем на новогоднюю фотосессию, уже с елочкой, и, в общем, будет красота такая. Я прям уже в предвкушении. И хочу вам сказать о том, что вы не забывайте, просто очень многие забывают и выкладывают, например, в соцсети. Ну, не все, конечно, выкладывают в соцсети свои семейные фотографии, но образно говоря, да. Если хотите порадовать близких новогодними красивыми фотографиями, вы не забывайте, что после фотосессии еще где-то 2 недели, месяц фотограф обрабатывает. То есть вы же не одни у фотографа, соответственно, как бы надо время. Учитывайте этот факт, поэтому начинайте уже сейчас подбирать наряды, фотостудии, фотографов для того, чтобы сделать фотографии, и они были готовы в декабре. Вот. Я мчу, мы вот с Никой, видите, я только расплелась, а Ника с бегудями, Демка в костюме, мы будем в платье, в общем, я вам все покажу и повставляю фотографии, ну, по крайней мере, попрошу Настю, чтобы она хотя бы парочку фотографий мне дала, чтобы я вам показала, какая вообще фотостудия, какие наряды у нас, и чтобы вы вдохновились на уже, ну, ближе к Новому году, на новогоднее такое настроение. Все, оставайтесь со мной, сейчас вам буду показывать, как у нас это все происходит. Не надо было. Смотри, там письмо Деда Мороза написать надо обязательно кинуть. Мы приехали, посмотрите, какая студия. Красивая. Шарики будут. Шарики будут. Боже, я хочу вход в дом вот так себе. И дом хочу. И дом хочу. Ой, смотрите, как красиво. Вообще. Так, тут. 18-й год. Скоро. Да? Ну, это один зал, сейчас я вам покажу, да. Другой зал еще есть. Там елка, по-моему, стоит. Здравствуйте. Так, смотрите. Вау. Класс. А, я люблю. Красота какая, смотрите. Тиффани. Тут я сразу представила себя в образе, в платье. И такое люблю. Можно сделать фотосет в постели. А, класс! Так, видите, сколько локаций? Вот еще будет локация. Супер. Вон идет мой мальчик, моя девочка. Похолоднее, похолоднее, ничего нету. Так, это еще не все. Вот еще. Вот. Класс, да? Так что смотрите и планируйте. Кажется, я буду декоратором. Класс, тебе нравится? Я. Да. Ну ты вообще красавица. А я сразу захотела съесть фотосессию. Конечно. Почти в обнаженном виде. Да.
любимое, скажи потом. Идем. Девчонки, смотрите, сколько платьев разных. Мы тут тоже наряжаемся. Смотрите, какой маленький. У кого маленькие-маленькие принцессы, то это совсем крошечная-крошечная. Там Ника, ой, Ника раздета. Наряжаем. Секундочку. Вот, видите? Это на Нику маленькую. Ника у нас уже взрослая. Я в таком красивом платье. Прям как невеста. Ну, в плане, именно, что она белая и с фатином. Вот. И тут много разных нарядов. Я вам сейчас вот так покажу. Даю. Возьмите, пожалуйста. Вот в этом я платье. Давайте накладную. 1950. Отдай мне. 1,350 гривен. 2,450. И вот, видите? Много-много разных нарядов. Вот как происходит фотосъемка. Поэтому очень важен фотограф. Смотрите. Держи. Посадили, рассказали. Смотрите, как красиво, боже. Ника, ты потрясающая. Какая у тебя спина и какое у тебя платье. Класс. Чуть ниже подбородок поставь. Да. Молодец. Идем теперь, Тёма. Ёмка, ты на подарок смотри. Ё! На подарок смотри. Ух ты! Доминика. Класс! Доминика, ты красиво так сложила, да, ручки свои такие. Ич, и смотришь на Ёмку. Ёмка, стой. Крестяшки-мотяшки! Куртульки-пуртульки! Куртульки-пуртульки! Слышишь, Доминика? А ну, Доминика, еще сюда, ближе. Вот, Доминичка, на Ёмку смотри и улыбайся. Во все 32. Ёма, ты сядь, снимай, сядь, ты курдурки, курдурки. Так, сняли, сними, я думала, ты уже снял. Ты что, стесняешься? Смотри, мать грязную поприносила, тут свою платье, ты видела? Так, давай пока Доминику сниму, иди сюда. Иди сюда. Садись пока тут, садись пока на лесенку. Не-не-не, малая, вот сюда. А ты чё ржёшь, малой? Ха! Это мама пришла! Подожди, мама, не мешай, мы пока Доминику тоже. Это моя мама. Да, и моя тоже. Ты пока руководишь процессом, развлекаешься, чтобы они улыбались. Я понял, вопрос. Ты давай, знаешь как, Ём. Садись туда по центру с ней, садись. Я там помню тело. Закрывай глазки и улыбайся в 32, Аня. Закрывай, пожалуйста, закрывай, Аня. Это отлично. Становитесь красивее. Видишь, мама? Да. Да, окей, нажимай. Давай посмотрим, что она снимала. А ну смотри. А, ну-ка давай смотри. О, смотри. Ого, это Дёма? Да, смотри, подожди. Ничего себе. Дёмка, давай покажем. Смотри. Подожди. Ты жмешь, а пропадает картинка. Смотри. Чик. Смотри, что это наклассно. Ну, тут чуть мама. Вот тут подарок фотографировал. Видно сразу, что хочется. О, все. Смотри, как красиво. Ничего себе, Дёма фоткает. Нормально, да? Тоже Настя пошли кадры. Красиво? Мама красоточка. Давай теперь сестру. Принцесса. Мама, вернее, сейчас снимем около камина. Ложись около сестры, ее подругу даешь сестру. Давай. Да, на животик ложись. Вот сюда, сестру возьми. Да. Нет, пусть он лучше тебя возьмет. У тебя будет это. Ты просто красивая одежда, руки так поставила. Идем, возьми Доминику подругу. Вот. Сюда. Бери сестру, ложись. Поднимай вот так вот чуть-чуть. О, и сюда к сестре голову. Да.
Вот так, держись ручкой. С Новым годом! В октябре месяце! Мы сменили локацию. Нику переодели и переобули. Ника на каблуках и так хорошо справляется. Нет, почти. Я, кстати, мама без каблуков, и я выше нее. Да, прям выше, да? Да. Мои, это змея пони. Нет, там змеи идем. Я тоже переоделась. Я в черном классе. Красиво. Мы тут поменяли локацию, сейчас перелетели. Сейчас в Скандинавию. Светлана будет фоткаться. Смотрите, как классно. Вообще. Ника, аккуратно. Да. Я знаю, что некоторые пальцами тушат свечи. Смотрите. Камин искусственный, ну, классный такой. Огонь. Да, это огонь, солнышко. Смотрите, как красиво. Это же классная локация, очень такая домашняя. Это мои палочки делают. Палочки? Димитрий решил костер разжечь. А мне можно костер? Смотрите, как классно. Мама, я хочу это. Есть котел. Есть котел. Очень классно. Дема, иди сюда. Ник, Настя, иди сюда. Есть костёр. Что? Есть костёр. Костёр? Так да. Это костёр искусственный, не настоящий, Дима. Слушай, тебе расскажи. Мама, вообще, если покупать такую, то лужа, которая крепится к потолку. Смотрите, сколько красивые волосы. Нет, наоборот. Да. Все, стоп, замри. Чего так должна обнять и прижаться к другу? Смотрит, да. Мы возвращаемся. Довольные. Много локаций, легкая, классная фотосъемка. Настя молодец, она, знаете, как делает? Она посадила, рассказала, и ее слушаются дети, ну, Демка вообще просто. Ну, не знаю, она находит общий язык со всеми. Настя the best. Да, она потрясающая, это самый лучший семейный фотограф, поэтому я вам ее рекомендую, если вы из Киева, то... не пожалеете. У нее фотосъемка, я не знаю, цену вам говорить или нет, лучше я не скажу, а вы пишите в комментариях, если вам надо. И внизу я оставлю ссылочку на Настю, Инстаграм и сайт, поэтому можете, в принципе, зайти, созвониться и узнать вообще все подробности. Потому что я знаю, что там есть разные акции, зависит еще от дней, от того, что будет ли у вас укладка или нет. Я укладку, ну, мне укладка не нужна, я, видите, самостоятельно я никую из себя, и плюс макияж тоже. Я сама накрасилась, вот. Но в пакете вроде бы такое тоже есть. Я в предвкушении, я довольна, и Настя еще пофоткала меня. Там есть кровать, и она сделала пару фотографий на кровати, возле кровати, это, так можно сказать, для Инстаграма, для себя, для памяти. Я очень люблю фотографироваться в таком формате, можно сказать, такая легкая эротика. Объясню почему. Я вот, например, смотрела мамины фотографии, у меня мама в молодости, она сейчас очень красивая женщина. В молодости она вообще была красоткой. Говорю, мама, говорю, если бы у тебя были такие фотографии, вот как, ну, более такие, знаете, как не просто встал как солдатик и сфотографировался, а вот характеризующий себя или вот как-то так. Ну, не знаю, мне просто очень нравятся такие фотографии с легкой такой, там, в белье, да, или там в рубашке. Вот я вот сейчас в зеленой рубашке, и... А Настя меня сфоткала в рубашке, то есть очень-очень классно. Я маме говорю, вот, если бы были такие фотографии у тебя. Тогда не было таких фотоаппаратов вообще, все ходили и фотографировались в фотостудии, я помню. Ну, еще на меня свет всегда светил, и я помню, что я плакала. На всех фотографиях такая как будто заплакана, это мне просто свет светил в глаза.
Вот, поэтому я таким фотографиям очень рада. Это, знаете, как время останавливается, и потом, когда мне будет там 70 лет, я буду на себя смотреть, какая я была молодая. И мои дети будут знать, какая я была, какая у них была мама. Вот, поэтому, девочки, не жалейте средств на такую память. Это очень здорово. Ну и, соответственно, семейные фотографии. Наш папа не смог приехать, потому что работа. У него сейчас солнышко вышло, и он начал, в общем, у него сезон. И мы фотографировались без него. Папа сейчас приедет, после работы приедет солнышко. Потерпи чуть-чуть. Он уже позвонил, сказал, что яичко купил. Демка помешался на киндер-сюрпризах. Вот каждый день он просит у папы киндер-сюрприз. А киндер-сюрприз стоит 30 гривен, там 29 или 28. Если посчитать, то в месяц нормальная сумма получается. Но яйца не ест, этот шоколад, ну там чуть-чуть. Ему сам факт этой игрушки. И я нашла, продают... по-моему, по 10 гривен, это не киндер-сюрприз, это что-то другое, но там тоже есть игрушки. Конечно, качество чуть не такое, но он не понимает, ему сам факт надо раскрыть и посмотреть. Вот. Я подремаю. Да? Ну, подремай, маленький. Мы фотографировались 2 часа, вот, и было просто мега круто, столько локаций. В общем, я в таком диком восторге, вы видите, да? Просто. Сегодня вечером еще иду в кино на предпоказ одного фильма. И влог продолжится, поэтому оставайтесь со мной. Я продолжаю свой влог с презентации. Вот предпоказ фильма «Геошторм». Это очень классный фильм, фильм «Катастрофа». Я его еще не видела, но говорю классно, потому что там мой любимый актер, который снимал все фильмы «ПС, я тебя люблю». Я не знаю, слышно меня или нет. Я просто вам говорю о том, что вот предпоказ, то есть, в принципе, вы можете уже идти в кино, когда выйдет влог, фильм этот будет в кинотеатрах. И вот тусовка, угощаю с коктейлями, и еще час мы будем тут общаться, знакомиться, а потом будем смотреть кино. Я после фильма вам расскажу, как он мне, но я думаю, что мне очень-очень понравится. Я снимаю себя! Постоянные почитатели добежают показываться, которые проходят здесь, фотография Делюкс. Нам сегодня очень круто повезло. Спасибо большое силам Вселенной и нашей Матушке Земле за то, что радует сегодня город Киев. Нас, киевлян, замечательной последними вот такими теплыми деньками, замечательной погодой. У нас есть возможность перед тем, как мы окунемся, я не знаю, это мир фантастики или катастрофы, виноваты в этом люди или нет, это решает, конечно же, человечеству. Я спешу вас всех поприветствовать и сказать, поблагодарить наших сегодняшних партнеров. Сегодняшняя премьера проходит в гостеприимных, комфортабельных, стильных, а самое главное, высокотехнологических стенах кинотеатра «Butterfly Deluxe». Серега Величанский помогает, знает, как это стоять по ту сторону, держать микрофон в руках, а сегодня Сережка расслабляется. Я уже знаю, я в кино с Мариной. Там много нового. Ты видишь? Коллекция новая интересная. Марина, позируй, позируй. Вот. Мы в предвкушении. Там есть очень интересные вещи. Полный зал и звезд. Всяких. Ой, все, темнеет, потом расскажу. Смеркалось. Продолжаю свой влог и хочу сказать, что мы с Доминичкой сейчас едем в экспериментариум. Ника будет проводить там опыты, но это будет уже в другом влоге. То есть этот я заканчиваю, новый начинаю. И хочу вам показать новую помаду от Maybelline, которая у меня сейчас на губах. Она такого коричневого цвета с металликом. Это 30-й номер. Вот. Номер, вот она, выглядит вот так. Это для того, что если вдруг вам понравилось, то будете знать, какая она. Очень осенний цвет, ну и металлик сейчас, это тренд, и этот тренд присутствует во всех, почти во всех линейках у каждого бренда. Вот, я довольна, мне очень нравится. Это Ника, оператора качнула. Все, влог заканчивается. Спасибо, что вы его посмотрели. И
будут следующие, поэтому если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. И у меня есть второй канал «Жизнь мамы, которая девушка». Все, всем пока-пока. Одобрено.